Опять пошли сегодня в лес. Вот речка течет. Снег, вот смотрите, сколько еще много. Будем перебираться опять через этот мостик. Пойдем на свое старое место. Сейчас выпилю палочку, чтобы сделать ложечку. Он нашел чагу. Высота, если можно так сказать, ну метров 5, не меньше. Попробуем ее палкой сшибить. Вот при помощи вот такого приспособления примотал топор к палке в жердине. И вот чага. Вот старая береза. Ну как старая? Старая кора от березы. Сейчас наберем бересты, чтобы разжечь огонь. И не надо никого, ничего портить. Пришел на старое место. Вот моя скамеечка, стол, очаг и то, что я сегодня буду использовать. Пила китайская и топор советский. Вот это гриб чага, который я сегодня добыл с дерева. Вот она изнутри такого цвета, а и снаружи. Вот так вот выглядит чага. Растет на березе. Вот я сбил ее сегодня топором. Будем заваривать сегодня чай из чаги. Разжигать сегодня будем костер при помощи зажигалки. Береста. Ну вот, можно сказать, костерчик наш и разгорелся. Попытаемся запилить дровишек вот этой китайской пилой. Не так и плохо напилит. Забыл. Вот. Заделали замок. Пилит хорошо, мне нравится. Вот так. Пока разгорается мой костер, сейчас я буду делать ложку. Так, сейчас топором мы сделаем. Чурочку расколем. А остальное будем делать вот этим ножом, Bushcraftman'ом. Дерево ольха, режется хорошо, сырая. Но так как сегодня будем варить кашу, ложка нам потребуется. Вот, можно сказать, основание ложки готово. Сейчас возьмем ложкорез и будем вырезать серединку. А потом доделать до конца ножом.
Вот мой ложкарез. И пошел. Так, не торопясь. Пока костер горит, делаем ложку. Потом поставим кашку. Ну вот, если можно видеть, уже ложка почти готова. Можно хлебать. Но мы ее подработаем. Вот так, в полевых условиях, минут за 10 можно выстрогать ложечку. Так, еще немножко ложкарезов. Углублять не будем, просто расширим по краям. Толщину мы срежем, чтобы она была не больно толстая. Ну вот, по большому счету, ложка готова. Сегодня у нас будет каша гречневая. Вот засыпал крупы, нальем воды. Здесь у нас соль. Посолим и будем варить, так как начался пост. Будем поститься. Так, пока наша каша приела, вот она сейчас будет скоро готова. Я сделал вот еще пару ложек. Ну и теперь можно смело троих накормить одновременно. Вот этим ножом. Бушкрафтменом. Мадеин Чина. Вот пока чай готовится. Вот посластили мы немножко. Будем есть кашу. Фу. Ну а когда чай готовится, тоже сладенький попьем. Я люблю чай сладкий. Так, скоро чаек у меня закипит. Будем засыпать потом чагу. А пока посуда должна быть чистой. Говорят, что бушкрафтер должен быть голодный. Вранье. Я с этим категорически не согласен. Так, закипел у нас. Водичка закипела. А бросаем чагу. Ну и будем варить где-то минут 10-5. Сегодня на дворе у нас месяц март. А я возвращаюсь домой с грибами. Высушу. И, пожалуйста, чай, растопка, все что угодно.
универсальный гриб. Настоялся наш чаек. Сейчас я попробую перед камерой налить. Вот такой темный, насыщенный цвет. Чай из чаги. Вот такой у нас сегодня бушкрафтерский ланч. Ложка деревянная из ольхи. Конфеты. Коровка. Кострома. Чай с чагой. Приятного всем аппетита!